Какие улицы в случае подтопления пострадают больше всех и как правильно вести себя при чрезвычайной ситуации, эти люди знают точно. 180 человек, председатели сочинских советов ТОС, домовых и квартальных комитетов прошли специальные курсы. Учения не первые, они проводятся с прошлого года. В январе вступило в силу распоряжение губернатора об улучшении защиты людей при возможных ЧС на водных объектах. Эта необходимость возникла после прошлогодней трагедии в Крымске. На очередном плановом занятии собрались ТОСовцы из 7 районов и сотрудники Центральной администрации Сочи. Обсудили подготовку к возможной ЧС населения. На курорте для этого уже создано 33 учебных консультационных пункта. Вероятные спас-операции обсуждают и на местах. В Хостинском микрорайоне совещания проходят чуть ли не каждую неделю. Все зависит от прогнозов погоды, а вдоль реки здесь расположен не один многоквартирный дом. Река Хвостогорная, значит, непредсказуемая. Первыми, кто пострадают, если вода в ней поднимется выше критической отметки, будут жильцы ближайших многоквартирных домов. Предупредить их о возможном подтоплении должен домком. Если вероятность паводка только прогнозируют, то на подъездах должны быть объявления, предупреждающие население об опасности. Ну а в случае чрезвычайной ситуации в первую очередь обойти все квартиры и помочь эвакуировать жителей дома. Домком дома по адресу Глазунова 1 Ирина Кияшкина всегда в курсе событий. Обо всех самых важных новостях жильцы узнают, читая объявления на информационной доске. Что касается даже вот последних там случаев, мы все вот это вот вешаем на доску объявлений, чтобы люди были оповещены. Или элементарно нет воды, или нет света. У нас люди подготовлены. Даже что-то, если случится с рекой, у нас есть, мы обращаемся в ТОС, это местное самоуправление ТОС. Вот и оттуда нам идет уже информация, или мы даем информацию, как нам поступить дальше. В случае объявления чрезвычайного положения население предупредят и сирена, и голосовое сообщение. Таких громкоговорителей в городе 32. Обычных сигнальных установок во всех районах курорта более 100. Кроме того, на сочинских реках в наиболее опасных местах установлено 20 датчиков уровня воды. Уже через год в рамках краевой программы их станет еще больше. Галина Моисеева, телекомпания «ВКТ».